Ажиотаж по случаю побед нельзя считать сиюминутным даже. Пыль оседает и заносит след, а то умышленно сотрут или замажут. Сотлеет прах, как бы не воевавшие, гробокопатели и мумии утащат. Вновь первозданный вид у древней пашни. Собрать посеянное нет победы слаще. Искусственно трезвонят о былом, без пострадавших в жуткой мясорубке. Тот строй и та страна пошли на слом. Кому же повезло, повезло с победой крупно? Тому, кто судьбы склеил из кусков необратимо тяжких и червленых, сумел увидеть стрелки у часов и лик Творца, который им оплен. Теперь настал черед к Христу взмолиться, обеты вымолвить неумные, плотские. Крещение тайного искали коммунисты, и не евангельских, а бабушкиных скиний. Победа над собой и эгоизмом блистательно красна со всех сторон. Отвергнуться себя, путь к воскресению близок, взять крест, неспосланный Спасителем Царем. Исполнить заповеди, данные Иисусом, залог бессмертия обрящих при крещении. Нам предлежит добыть венцы и гусли, избегнем адского с дьяволом мучения. Таких побед и отзвука не слышно, а их не тысячи, а может миллионы. Им жезлы маршальские бери намного выше, венчают там героев самых скромных. Неистребима тяга к торжеству. Подай нам чествовать иконы, храмы, мощи. Герои истинные при Христе растут, не на хвастовстве кремлевской кочки. 16 июля 2005 года.